больших зданий или сооружения двойного назначения, такие как подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия. Помните, не подходят для укрытия места под легковыми и грузовыми автомобилями или автобусами, места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов. От взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров. Внимание всем! Воздушная тревога! При нахождении в многоквартирном доме, если вы не знаете о месте нахождения ближайшего укрытия, плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Перекройте газ, воду, отключите электричество. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна. При нахождении в многоквартирном доме, если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия, плотно закройте окна. Перекройте газ, воду, отключите электричество. Возьмите вещи первой необходимости – документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты. Предупредите соседей, вдруг они не услышали сигнал. Окажите помощь больным, детям, инвалидам, престарелым. Не используя лифт, следуйте в укрытие. При нахождении в частном доме плотно закройте окна, перекройте газ, воду, отключите электричество. Используйте для укрытия наиболее прочное цокольное или заглубленное помещение, например, подвал или погреб. При нахождении на рабочем месте или в образовательном учреждении выполняйте мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией, разработанной для данного предприятия, организации или образовательного учреждения. Займите место в защитном сооружении гражданской обороны или в сооружениях двойного назначения, подвалах, помещениях, переоборудованных для укрытия. При нахождении в общественных местах действуйте по указанию администрации. Используйте для укрытия цокольные этажи или заглубленные помещения. При нахождении в автомобиле или общественном транспорте остановите автомобиль. Если вы в общественном транспорте, потребуйте от водителя остановиться. Покиньте автомобиль или общественный транспорт и используйте для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения, такие как подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия. При нахождении на улице используйте для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения, такие как подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия. Помните, не подходят для укрытия места под легковыми и грузовыми автомобилями или автобусами, места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов. От взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров. Внимание всем! Воздушная тревога! При нахождении в многоквартирном доме, если вы не знаете о месте нахождения ближайшего укрытия, плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Перекройте газ, воду, отключите электричество. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у них. Внимание, внимание! Отбой воздушной тревоги! 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 Внимание, внимание! Отбой воздушной тревоги!
Внимание, внимание! Отбой воздушной тревоги! Внимание, внимание! Отбой воздушной тревоги! Внимание, внимание! Отбой воздушной тревоги! Внимание, внимание! Отбой воздушной тревоги! Внимание, внимание! Отбой воздушной тревоги! Внимание, внимание! Отбой воздушной тревоги!